Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов и художников, их описание по книге «Великие музеи мира». Маска Ханумана. Серебон, остров Ява, 20 век, дерево, резьба, раскраска, золочение, инкрустация. 19/17. В культуре и искусстве Индонезии важную роль играет классический танец, включающий театрализованные эпизоды из индийских эпосов «Рамаяны» и «Махабхараты». Его название «Ваянг Аранг», буквально «Человек-кукла». Считается, что в XI веке знаменитый король Айрланга поручил одному из своих сыновей создать труппу, которая воспроизводила бы действия традиционного теневого театра. Актеры в таком представлении выступают в масках. Хануман – божественная обезьяна, сын бога ветра Ваю и обезьяны Аджаны, обладающий множеством волшебных способностей и отвагой. В Рамаяне он мудрый советник Сугривы, царя обезьян, и преданный друг Рамы и его жены Ситы. Это главные герои. Хануман помогает Раме искать украденную супругу, отправляется на Ланку, убивая по дороге чудовищ Сурасу и Симхику, сражается с полчищами ракшасов, демонов. В завершении своих подвигов он получает от Рамы в награду дар вечной молодости. Хануман является также героем Махабхараты. Вот так вкратце, конечно, о работе маска Ханумана. Серебро, остров Ява, 20 век. Описание из книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.